В общем, тема такая. Зарегулируем клапана и поменяем свечки на Трансальпе. Ну и как бы зафиксируем все это дело на видео. Бортжурнал. В общем, пробег у Трансальпа полтинник уже. 50 тысяч. Значит, в следующий раз буду регулировать клапана на 63. Ну и свечи менять на 63 тысячах. В общем, что нам потребуется сначала? Снять весь боковой пластик, сиденье, бензобак, аэробокс сейчас сниму, снять радиаторы. Я уже не помню, честно говоря, в прошлый раз я сливал, не сливал с радиаторов. По-моему, блин, свечи я менял, не сливал, просто отцепил радиатор, подвинул его, поменял свечку и прицепил обратно. Ну, посмотрим, я уже не помню. Лучше, конечно, охлаждайку менять тоже вместе со всей этой лабудой, чтобы не париться особо. Слил, снял радиаторы, поменял без вопросов и все. Так, что из инструментов нам понадобится? Свечной ключ для замены свечей. Две свечи меняются легко и две не очень легко. Понадобятся щупы для регулировки клапанов. Впуск 0.15. Выпуск 0.2. В мануале пишут. Так и буду делать. Сегодня у нас 20 градусов на улице нету, где-то градусов, наверное, 12. Ну и ладно. Летом вообще лень будет делать. Так, ну когда тепло будет. 0.16 буду проверять. Вообще можно регулировать, радиатор не снимать. Получается отрегулировать только задний цилиндр, впуск и выпуск, и передний цилиндр, впуск. Именно для выпуска надо будет снимать радиатор правый, а для свечи левый радиатор. В общем, такая шняга. Так, понадобится ключ на 24 гаечный, накидной лучше. Это чтобы открутить клапанные эти крышечки для выпускного клапана. Для впускного нужен ключ на 8. Головка, наверное, лучше всего. Понадобится ключ на 17. Это чтобы крутить ротор генератора. Потребуется два шестигранника, чтобы снять смотровые окошки. Ну, как бы стандартный набор ключей лучше, конечно, иметь. Вот шестигранники были в этом наборе. Все хорошо. В общем, сперва начнем с переднего цилиндра, со сложного, пока не устал. Потом лень будет уже. Откручиваем два смотровых окошка. Значит, большой шестигранник сюда, маленький шестигранник сюда. Не знаю, насколько это. Ну и ладно. Так, ты вообще пишешь у меня? Тут болтаю сам с собой. Чуваки на улице думают, вот псих. А я уже не стесняюсь зато. Так, одно смотровое сняли. Там, короче, метки надо искать. ФТ для переднего цилиндра. И РТ, РРТ, фронты для заднего цилиндра. Так, ключ на 24, ключ на 17. И крутим против часовой стрелки. Так, теперь надо смотреть вот в это окошечко. И, короче, искать эту метку ФТ для переднего цилиндра, чтобы найти верхнюю мертвую точку переднего цилиндра. Ладно, пока пауза. Так, метку совместили, ФТ. Сниму сейчас аэробокс и правый радиатор. Так, аэробокс снял. Что мы тут видим? Вот у нас появился доступ к заднему цилиндру. Вот клапанная крышка, клапан выпускной, и вот под этим смотровым окошком два впускных клапана. Так. Что еще тут интересного? Вот винт синхронизации. Кстати, надо тоже отсинхронизироваться, потом отсинхронизирую карбюраторы. Видно его? Вот винт синхронизации. Нужна длинная отвертка, чтобы до него достать.
Так, радиатор, короче, я снял. Без него намного все выглядит удобнее. В общем, сейчас буду снимать клапанную крышку. Откручу крышку, клапанную головку. Крышку головки. Кручу эти два болта. В общем, откручу этот с этой стороны. И вот здесь тоже. Чтобы открутить крышку головки, пришлось снять катушку, короче. Катушка, короче, проводки зафиксирую. Это сейчас отцеплю, потом перепутаю. Вот. Сейчас она нормально должна достаться, эта крышка головки. Ага. Я, бля, в шоке. Ну-ка. Капец, блин. Что надо сделать, чтобы снять ее? Я даже боюсь, бля. Весь двигатель только. Так не пойдет. Грязи нанес. А, вот. Что ты пойдешь дальше-то? Это херня, его еще ставить обратно. Шляпа. Чистыми салфеточками все вытер. Вот выпускной клапан, вот два впускных. Зато регулировать будет намного удобнее. Цепь у нас ГРМ находится с левой стороны. Ну погнали регулировать. Короче, в чем прикол? Клапана зажаты, потому что надо еще круг сделать. Пошли круг делать еще. Неудобно вообще. У них диапазон 0.13-0.18. Беру щуп 0.15. Сую щуп 0.15, сперва в один клапан, блять, грязи-то попало, ё-моё. Короче, не лезет. Ни хренашеньки не лезет. Совмещу 0.6 и 0.7. Это будет 0.13. Минимальный порог. Он тоже не лезет. Ну-ка, второй клапан. Второй тоже что-то лезет не очень хорошо. Так что опускаем. Зазор маленький. Так, контрагайка тут ключ на 10. Хорошо, затянули. Есть контакт. Так. Камеру ты не мешаешь, зараза. Зайди. Без тонкогубцев, конечно, тупо. Так, 0.15 лезет. Лезет. Лезешь? Лезет с трудом, но лезет. Значит, 0.14 залезет легко.
0.16, совместил десятку и шестерку. Она, короче, не лезет. Все, короче, так оставляю. Сейчас этот клапан подзатяну с нужным усилием. Так, затягивается контрагайка усилием 23 ньютон-метр. Что-то много, блин, 23. Если честно, мне кажется. Проверим сперва, у нас не ушел зазор-то. Быстренькие, шустренькие. Зазор, бля, уходит. После затяжки контрагайки зазор благополучно уходит. Снова откручиваем. Или 0.15 свободный. Так, ставлю щуп. Вот, щуп поставил. Чтобы свободный он остался, делаю. И затягиваю. Вот, зазор свободный. Сейчас дозатяну. И посмотрю, что будет. Так. Смотрю, наш 0.15 опять. Лезет легко. Блин, а что так? Он затянул в прошлый раз мне. Поворачиваем обратно. Пятнадцать не лезет уже опять. 0.14. В общем, все, эти два клапана отрегулировал. Под 0.14 отрегулировал. В синематографе все это время выбрасывают. Делают монтаж. Поцелуй. Свадьба и бэби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Диана. Джонни. Один. Было совсем зажато. И клапана ничего не стучали. Двигатель работал хорошо. Но я сейчас такой зазор сделал. Короче... По одному мануалу, там, который один, пишут 0.13, 0.18 впуск. Соответственно, 0.14 в диапазоне. Было вообще меньше. Все уже, контрагайки затянул. Так, выпускной клапан переднего цилиндра. 0.2, беру щуп. Он заходит. Хорошо. Беру 0.15 и 0.06. Это будет 0.21. Тоже запихивается. Трудно, но... Ну-ка, они хоть оба заходят. Да, запихиваются. Короче, надо регулировать. Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя. Сделай монтаж. Так, запись бортжурнал. В общем, трансальт 600. Поменяю свечи. Начну с переднего цилиндра. Там две свечи на заднем цилиндре и две свечи на переднем цилиндре. Вот, свечки купил такие. Сейчас буду менять. Начну с переднего цилиндра, с самой сложной свечи, для которой надо снять радиатор. Чтобы снять радиатор, надо снять ее защиту сначала. Вот валяется.
и открутить три болта. Раз, два и вот тут три. После этого отведем радиатор в сторону и, короче, снимем свечу. Передний цилиндр. Первая свеча. Радиатор отвел в сторону. Вот, ставлю ключ. И выкручиваю свечку. Я с магниткой туда залезу. Мало ли, какая гаечка может провалилась. Свечку выкрутишь и хана. Всегда магниткой ложу в таких колодцах свечных. Мало ли. Он только опилки металлические. Свеча еще в принципе не такая и старая. Хотя нагар уже серьезный. Ладно, закручиваем новую. Что у нас тут стояло-то? НЖК. Так, ставим новенькую свечку. Момент затяжки свечи зажигания 14 ньютон-метр. Так, вторая свеча. Эта свеча уже легко меняется. Для регулировки клапанов свечи, конечно, лучше выкрутить. Так потом проще крутить ротор генератора, коленвал. Все. Ставим радиатор на место. Вот этот болтик.